Ух, команда КВН на стиле благодарит весь сельхоз, все свое сельхозхозяйство, а также меня, Анну Викторовну, и нашего уважаемого и лучшего звукача Борисова Колю. Давайте громкими аплодисментами похлопаем ему. А на сцену выходит команда КВН на стиле. Встречайте! А мы на стиле. Девочки, хватит, давайте покажем что-нибудь нормальное. Ну, с вами команда КВН на стиле. Ну, как вы видите, со стилем у нас не все хорошо. Что не так-то, а? Что не так-то? Все, давайте, начинаем. А сейчас новости. Здравствуйте, снова вода. Я хочу вам сказать, что в нашем озере завелась медуза. А теперь о главном. Наши новости такие же горячие, как и наши пирожки. Подпоим. Наши девочки первый раз взяли в руки iPhone X. Сейчас реклама. Даш, у нас реклама, потом готовишь. Алло, да из-за меня, то молоко просрочится. Все говорят, а как поднять поклад? Что продать, азер на 3 огурца? Я трачу и не плачу, то, что съела вчера. Поймала удачу и держу за оба хвоста. Азия на 3 огурца, началась игра, продала корову, отгрузила кого. Упала валенков, но папа поймала меня, сегодня я гуляю, папа не влазь в карман. Наши девочки первый раз побывали на концерте у Элджея. А сейчас представьте случай на рынке. Здесь останется только один. Что вы делаете? Ай, ушки!
пришла красоту наводить. Ну с чего начнем? Как положено, с мытья головы. В смысле? Ну вы голову моете? Да вроде вчера мыла. Да при чем тут вы? Я про себя говорю, вы мне голову мыть будете? А, да-да-да, Ритка, иди ставь чайник. Какой чайник? Электрочайник. Не надо мне такого мытья. Ну, это конечно. Петро членов феном отголы раздувает. Вы эпиляцию делаете? Да что вы про меня-то, про меня-то? Да при чем тут вы? Я про себя говорю, сделайте мне восковую эпиляцию. Вы что, совсем ненормальная? Почему так-то? Все, я, наверное, пойду. Подождите. Выщипайте мне тогда брови. Ищи. Спасибо за внимание, я даже сам удивился.